Вопрос от телезрителя. Какие, на ваш взгляд, самые распространенные нарушения правил дорожного движения допускают водители в настоящее время на наших автомобильных дорогах? Ответ эксперта прямо сейчас. Самое первое – это, конечно, превышение скорости в населенных пунктах. Скорость 60 км в час двигается гораздо больше скорости. Дальше – сотовый телефон. Грешат им такое ощущение, что как будто этого пункта вообще нет. Все разговаривают вот на ходу, и женщины, кстати, даже еще неизвестно, кто больше, постоянно. Ну, неужели нет такой проблемы, что остановиться, едут, на ходу разговаривают. Парковка, паркуется, имеются линии стоп, линии разметки, линия 1-1, вот продольно, указывают карманы, где нужно стоять, ставят поперек. Дальше устанавливают, ставят автомобили в два ряда. Стоят автомобили возле магазина. Ставит сзади и пошел в магазин. Человек выходит, стоит машина, невозможно выйти. Это вообще игнорирование правил. Проезжают на запрещающие сигналы светофора, на красный и на желтый. Поэтому очень много таких ДТП, когда водитель поворачивает налево, выезжает на середину перекрестка, красный, потом желтый, начинает. Так вот, не только смотрите на светофор, что загорелся желтый, вроде бы должны все остановиться. Но не тут-то было, это не у нас. Загорелся желтый, красный, еще три машины проезжает. Поэтому ждите и пропускайте всех, даже тех, кто нарушает. Потому что когда, если будет ДТП, потом трудно доказывать, что он ехал на запрещающий сигнал светофора. Ну вот вкратце вот основные такие нарушения.